В эфире программа «Тема дня» на UA Крым, в студии Александр Шульга. Здравствуйте. Сегодня наша тема – статус Крыма после деоккупации. Наш гость – Али Азинбаш, председатель ревизионной комиссии Курултая крымско-татарского народа. Здравствуйте, Али Ага, спасибо большое, что пришли. Ну вот начнем с того, что группа юристов-международников подготовила аналитический доклад о легитимности крымского референдума. В документе авторы отвергают тезисы об оккупации и аннексии Крыма, которые продвигают так называемая группа западных государств. Авторы доклада пишут, что в марте 2014 года российские военные находились в Крыму по действующим договоренностям России и Украины, а в Киеве произошел государственный переворот. Поэтому дальнейшие действия крымчан по созданию отрядов самообороны и проведению референдума согласуются с Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Вот такой у нас интересный доклад от российских юристов-международников. Вот как вы считаете, вообще вот такие доклады, они имеют шанс продвинуть на международной арене точку зрения России? Вы знаете, мне, честно говоря, жалко эфирное время вашего канала, когда вы задаете вопросы, даже не вопросы, а поднимаете тему. Ну, это же глупость очевидная, даже не для юриста, понимаете, а тем более международника. О какой легитимности может идти речь, когда мы имеем дело с прямой оккупацией? Я не знаю, есть смысл продолжать на эту тему. Настолько сказано много и на вашем канале, и везде, и написано. А вообще, вот насколько успешны попытки России легитимность передать этой оккупации? Потому что ведь не только они доклады сдают, ведь по всем фронтам работают. Да нет, главная проблема вообще России – легитимация самого понятия «Русь», которое они себе приписывают, которое ей ни в коей мере не принадлежит. Более того, они даже не родственники той Руси. Я думаю, что доказывать в размерах нашей программы это все не нужно, потому что в интернет загляните, там, если кто-то не знает, а вообще информированные люди, которые просто читают хотя бы даже их романы, и то с этим легко разберутся. Поэтому у них вообще и федерация нелегитимная, если уже на то пошло, понимаете? Вот это все осколки из империи, которые переобозвали по-другому, а устройство-то осталось то же самое, только монарха, допустим, легитимного, официального, они поменяли на монарха как бы избираемого, хотя на самом деле он тоже назначаем из своей же среды. Был в свое время, сегодня пробившись, в общем-то, Путина трудно представить себе как какого-то демократического, пусть даже плохого, но демократического правителя. Потому что он мог бы быть и хорошим, но все равно не демократический правитель. Потому что весь принцип их структуры власти, он монархический на самом деле. Единственное, что по наследству передать не могут. Это можно еще подумать. Да, сыновей нет, так что вряд ли. На каком вы видите статусе Крымский полуостров? Ведь все-таки уже сейчас нужно иметь долговременную стратегию. Вот после деоккупации, если мы уже говорим про более серьезные темы, поговорили про несерьезный доклад, более серьезная тема. Вот деоккупация Крыма. В каком статусе вы видите полуостров Крым? Это автономия, это культурно-национальная автономия, это область Украины. Что это должно быть, по вашему мнению? Если мы говорим даже не исторической, а вообще о справедливости, и хотим, чтобы к нам относились справедливо, неважно, в нашем бизнесе, в нашем быту, на нашей работе или в нашем государстве, то мы должны однозначно также справедливо мыслить в отношении наших, даже если не друзей, то соседних народов и людей. Да? Это общее правило. Если вы для себя хотите, чтобы вам было хорошо, то и люди должны. Или всем плохо. Поэтому, естественно, когда мы говорим о будущем Крыма, однозначно. Дело в том, что есть, конечно, государства, допустим, Древний Египет, Шумеры, Урарту, которые прекратили существование, и их уже невозможно восстановить, потому что тех народов нет. То есть люди те,
Они, безусловно, их потомки живут в армянах, в нынешних арабах, еще в ком-то, но государства эти уже нету, потому что нету людей, ментально себя ощущающими вот, представителями этих наций. А вот наш народ пока еще сохранился и в силах мировой общественности, ну, как Красную книгу редких животных заносят, давайте все-таки начнем с того, что отметим то, что нация, как и человек, это живой организм. Она рождается, развивается, стареет, умирает. Вот. Поэтому к ней тоже нужно относиться как к живому существу. И вот сегодня мы уже вот в такой красной части этой книги, что вот еще чуть-чуть и нас не будет. То есть, да, останутся там потомки Алиозембаша, но они не будут крымцами. Они не будут представителями этой нации. То есть, ну, человечество обеднеет еще на одну нацию. Плохо это или хорошо? Я думаю, что любая, любая утрата чего-то уже существующего, это плохо. Тем более, что на этом месте уже ничего нового не построишь. Просто вот будет провал, и будет что-то другое развиваться там, на этой территории. Но не взамен и не вместо. Поэтому я здесь ничего положительного не вижу. Чтобы этого не произошло? Надо строить государственность. Надо строить государственность. Да, сегодня, наверное, можно ставить вопрос об автономии, об автономном. Ну, не нужно быть... единственным международником, чтобы не понимать, что в унитарном государстве автономия, ну, это нонсенс. То есть, если мы на этот нонсенс идем, то есть идет правительство, и идет народ, как бы не протестует, то он должен понимать, и он понимает, что это просто помощь, это просто переходный этап. Потому что ну, нельзя сегодня крымцам дать, то есть дать-то можно, но нерезультативно, бессмысленно давать сейчас крымскому народу отдельную республику, потому что ни кадры, ни бюрократическая система, ну ничего, ни инфраструктура, ни само население, которого во сколько там, в 4-5 раз больше, чем коренного народа, их же не выселишь, они имеют право жить там. Вот, это, вот поэтому они имеют там право жить на общих основаниях, то есть не лучше и не хуже. Вот так вот. Поэтому, разумеется, должен быть какой-то переходный этап. Этот переходный этап, разумеется, он занимает ну, не 3-4 года, это должно быть 2-3 поколения, то есть 40-60 лет, когда это все уже станет добровольным. В каком виде этот будет переходный этап? Ну, тут нужно начинать с образования, конечно. С образования. Ну, во-первых, не надо бояться слова идеология и пропаганда. Это хорошие, правильные слова, которые обозначают определенные действия, которые должны привести к ликвидации безграмотности именно в этом вопросе. Потому что люди же не знают, что такое крымцы. Они же воспитанные, причем даже вот наши современные, ну, новые поколения, они же воспитываются на старой идеологии. На тех же дедах, там, на той же советской психологии. И само слово «татары» уже отторгает. Оно меня отторгает. Кто такой татарин? Татарин – это же враг. И почему им... Вот Яценюк, например, будучи уже премьер-министром, заявлял в свое время, что «А кто такие татары? Почему им должна быть земля выделяться? Или еще какие-то особые льготы? Или еще какое-то особое отношение?» Ну, льготы, может быть, и не должны быть, но отношение должно быть особое, то есть бережное. Не так, что так, очередь расступись, татарин идет, понимаете? Но надо понимать, что действительно этим людям помогли. Мы же, допустим, сочувствуем жертвам Голодомора и понимаем, что их уже нет. Мы плачем, страдаем, их нет. Но мы понимаем, что наследники этих людей, они перенесли душевную травму. Ну, хотелось бы иметь адекватное как бы, отношение к себе. Это было бы правильно. Виде, в каком виде юридическом вы видите это отношение? В юридическом? Да, да. В юридическом должна быть Крымская республика. Автономная, в составе Украины. То, что я сказал, допустим, насчет переходности, все это не нужно отражать в Конституции, потому что это эволюционный процесс, к которому я думаю, что если все правильно начнется и будет продолжаться, то само население придет.
Уже не крымцы будут двигателем, вот давайте нам, потому что мы хотим отделиться там или еще чего-то, понимаете? Вот. А само население придет к этому выводу и подтолкнет к этому, потому что в некоторых случаях деление оно правильно. Ну, вы знаете, да, что все знают, что государство, ну, семья — это государство в миниатюре. И вот когда у вас подрастают дети, как бы их ни любили, и невестки у вас классные, и дитя хорошие, и внуки, ну чудо, но все равно вы их отделяете. И радуетесь, когда их хозяйство растет, крепнет, и они еще успешнее, и вы гордитесь ими, правда? Вот. То есть вот такой приблизительно процесс должен происходить. Но ведь у нас и уже есть автономная республика Крым. Чем она должна отличаться от той, которая была до оккупации? Вот эта автономная республика Крым, которая была с самого начала, это была величайшая глупость, я не побоюсь этого слова, потому что это был анклав России, искусственно созданный. Более того, она была поделена еще на автономный город Севастополь, военный, который вообще был полон российского вооружения. Как это так? На каком основании? Каким образом, если мы говорим о национальной автономии в Крыму, в смысле в Украине, республике, то я уже объяснил вам ее необходимость, почему она нужна и какие она может дать в конце результаты. То есть это выгодно. Пусть сосед твой будет богатым, пусть ничего не даст, зато хоть не попросит. Это слова мудрости наших предков. А вот территориальная автономия, какая там логика? Ну, только одна. Источник сепаратизма. Поэтому это был анклав России в Украине. И все. И он был полностью там и в Конституции. Что такое три государственных языка? Вот и сегодня некоторые люди в новой Конституции настаивают, что должно быть три государственных языка. Какие три языка, извините меня? Ну, я понимаю украинский, потому что метрополия Украина. Но я понимаю крымский, потому что это республика Крым. А еще какой? Ну, русский на основании этнического состава национального. Стоп, какой этнический состав? Вы знаете что? Да, наверное, знаете, что если вы поедете и примете итальянское гражданство, то вы можете называть себя кем угодно, но считать вас будут итальянцем. То же самое в Турции, то же самое в любой цивилизованной стране. А что, в Украине по-другому? Здесь вам могут возразить, привести пример Швейцарии, где три языка, еще и ретро-романский. Мы сейчас уже должны это переходить другое. К другой информации. Вот в оккупированном Крыму завершился допрос в качестве свидетеля главы подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заура Смирнова. Его допрашивали по делу Ахтема Чайгоза. В итоге роли Чайгоза в событиях 26 февраля свидетель ничего сказать не смог. Всю ответственность за проведение митинга возле здания Верховной Рады Крыма Смирнов возложил на главу Меджлиса Рифата Чубарова. По словам свидетеля, Чубаров организовал митинг единолично, без голосования членов Меджлиса. Так и было? Он говорил, что сессию нельзя допускать, потому что она носит антигосударственный характер. Он ссылался на мнение из посольства США, с которым он был на постоянной связи. Там тогда работала его дочь. Он получал оттуда директивы, которые озвучивал, представляя их как полученные от сторонников демократии. На заседании Меджлиса 25 февраля он озвучивал проведение митинга как данность, то есть ситуация управлялась явно извне, поэтому Чубаров был инструментом создания беспорядков и кровопролития, заявил Смирнов. Вот такой вот... Ну, честно говоря, я вообще не хотел бы отвечать на этот вопрос, потому что этот процесс мне непонятен. Что касается конкретно кандидатуры Заура Смирнова, то он близкий друг Ахтема Чайгоза, близкий друг Рифата Чубарова, прошел в Курултае он. Не по мажоритарной системе, а по блоку Рифата Чубарова. И назначен он был одним из заместителей тоже Рифатом Чубаровым. Ну, тот, наверное, знал, кого выбирает. Вот. А шел он, мы прекрасно понимали, для того, чтобы стать председателем Рискомнация, а не для чего-то другого. Он и стал председателем Рискомнация, но не получилось в Украине, но стал в России.
Ну вот у нас еще один процесс. На процессы по делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму, появился новый прокурор. Ее имя Елена Артеменко. Защита в ответ заявила ей отвод, настаивая на том, чтобы были указаны причины замены гособвинителя, а также чтобы новый прокурор потратила время на ознакомление с протоколами предыдущих заседаний. Прокурор, который нам так нравился, поскольку он был никакой, вот, значит, заменили на даму, которая нам неизвестна. Естественно, это вступает в известное противоречие со статьей 246 пунктом 4. Группа прокуроров, участвуя в качестве процессуальных оппонентов наших, должна быть заявлена изначально. И вдруг неожиданная такая замена. При том, что мы видели, что происходило в предыдущих двух заседаниях, когда и свидетельница Гудько фактически дала показания, которые дают основание говорить о полной фабрикации дела. Она заявила, что не подписывала протокол, не принимала участия в следственных действиях. ФСБ работает, значит, фабриковала экспертизу в отношении Ильми Умерова, по-моему, это совершенно очевидно. Ну, вот услышали адвокатов. Как вы считаете, зачем вот эти все замены постоянные? Не, ну, вы мне задаете вопросы, как участнику процесса, к тому же юрист. Я, думаю, я хоть по образованию и юрист, но тем не менее... Я не практикую, я не знаю российского законодательства, я не знаю этого процесса, понимаете? Я очень хорошо отношусь к самому Полозову. Я неоднозначно отношусь к Ильме Умерову. И вообще я попросил бы вас, ну, в смысле, как... попросил бы вас, так звучит вызывающе, нет. Просто хочу вам подсказать, что вообще со словом «лидер» нужно обращаться осторожно. Так сложилось, что у нас всего один лидер, понимаете, пока. Это Мустафа Джемилев. Вот. А ни Ильми Умеров, который вот на последних выборах, допустим, в местной мечисе, из 14 кандидатов был 14-м, Ахтем Чайкоз был 15-м по рейтингу, ну, когда избирался, ну, лидером быть не может. Точно так же Рифат Чубаров, ну, не может быть лидером мечиса по определению, потому что мечис выбирает, не выбирает себе председателя. Его выбирает Курултай, а мечис работает с тем, ну, кого дали, с тем и работает, понимаете, хорош ли, плох ли, извините, до следующей сессии. Вот так вот. А так, ну, каждый делает свое дело. Ну, и вот у нас буквально осталось пару минут. Еще вот такой важный вопрос хотелось бы с вами обсудить. Опять сейчас начали говорить о введении визового режима с Россией, с нашей стороны. Вот насколько этот процесс будет, ведь он коснется обязательно и Крыма. Вот как вы считаете, нужен ли такой шаг? Ну, я считаю, что украинская власть, ну, все делает, чтобы оттолкнуть крымских жителей от себя. Просто отторгнуть, сказать, да вы вообще вот нам не нужны, понимаете, ни Крым, ни вы, там, подыхайте вы, пусть там вас Россия с костями ест и так далее. Ну, разумеется, это, в первую очередь отразится на тех, как я живет, которые там приезжают сюда, допустим, на все заседания, на все совещания, на все, что можно, мероприятия, понимаете, в чем дело. Вот. И тут вообще нужно строить хабы там, чтобы крымские жители ничего не покупали. Упали в России и не поднимали их экономику. Конечно, приехал, скупился, вот, ну не на продажу, не форуме, естественно, но там же сразу видно продовольственная корзина, которую покупают на неделю, на месяц. А что, вся центральная Россия в Москве скупалась весь советский период, думаю, что и сейчас так происходит. Курск, Орел, вечером сели на электричку, ночью там скупились, приехали. А почему мы не должны в своей метрополии скупаться? Это нормально? Наоборот, это нужно было пропагандировать, и нужно пропагандировать. Вот так вот. А как? Нужно же связь поддерживать. В смысле, даже не то, что поддерживать. Кормить, питать ее. А биометрические паспорта, как вы считаете? Вот, ну, заявляет о том, что вот рост интереса крымчан к получению биометрических паспортов. А какой? Так он абсолютно пропорционален росту интереса украинцев. А крымчане что, не украинцы? Ну, так здесь есть интерес к получению паспортов. Но он и там должен быть. А что им делать? Он может сохранить связь? Он обязан. Он обязан. Если вы государство, если вы несете ответственность, государство это же не только власть над народом, это же ответственность перед народом. Ну так хоть что-то дайте этому народу. Но не можете вы дать им денег, не можете дать какие-то там преференции, не можете их бизнес поддержать, потому что это на оккупированной территории. Ну так будьте же вы, в конце концов, хоть какие-то обязанности свои выполняете.
хотя бы границы эти сделайте по-человечески, проходы, там же вообще там вымогательство идет, это постановление, которое 33-10, которое отменено апелляционным судом, это же сколько вреда принесло, все юристы об этом говорили, то есть ничего такого, вот, что я сейчас сказал, и неочевидного нету, все понимали, тем не менее идет прямой саботаж со стороны правительства Украины. Ну, будем надеяться, что этот саботаж не будет иметь таких катастрофических последствий. Вынуждены заканчивать. Спасибо, Алиага, за ваши ответы, такой развернутый в некоторых местах. Ну, чтобы в студии работал Александр Шульга, а в гостях у нас был Али Азинбаш, председатель ревизионной комиссии Курултая крымско-татарского народа. И чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на UA Крым в Фейсбуке, а через минуту смотрите новости, не переключайтесь.